Жемчужинка любого автобусного тура по европейским странам – далекая Барселона. Проехав через всю Западную Европу и наконец-то добравшись сюда, понимаешь, что поездка того стоила. Причудливая архитектура Гауди, которой наполнен город, неповторима и уникальна. А главный шедевр гениального архитектора – храм Саграда Фамилия – не побоюсь назвать чудом света. Былая слава испанской короны воплощена в величественных сооружениях ушедших эпох. Грандиозность и масштабность захватывают дух. Ну а главное, главная черта Барселоны в том, что это курортный город на берегу теплого Средиземного моря. И ваше пребывание в столице Каталонии превратится в отличный пляжный релакс, сочетающийся с осмотром ее достопримечательностей и красот. Непременно приезжайте в Барселону, а чтобы организовать ваш тур, обращайтесь ко мне в компанию «Интурист Харьков». Уважаемые друзья, я Игорь, ведущий менеджер по туризму компании «Интурист Харьков». Сегодня в этом видео для вас. И сходу лайфхак, как добраться из аэропорта Барселоны прямо в центр города всего за 1 евро. Из зала терминала 2 поднимайтесь по эскалатору на второй этаж. Следуйте прямо по длинному крытому переходу к железнодорожной станции пригородных электричек. Покупайте билет на 10 поездок за 11 евро. И вот вы уже в пути с комфортом всего 20 минут. С утра пораньше лучше всего посетить парк Гуэля. Идти к нему от станции метро придется под горку. Но если взять левее, то можно воспользоваться удобными эскалаторами. Перед открытием здесь минимальное количество туристов, а вход возможен с 9 утра, но если повезет, то до открытия можно проскочить в парк бесплатно. Парк Гуэля создан Антонио Гауди в 1914 году. Это сочетание садов и жилых зон. Фантастически выглядит вход в парк, по бокам от которого стоят два огромных пряничных домика с белыми, словно глазированными крышами. Верхняя площадка террасы над колоннами – это платная зона. На каскадной лестнице лежит великолепная мозаичная ящерица – символ Барселоны. Удобно кататься по Барселоне на туристическом автобусе от локации к локации. Но от парка Гуэля до Сан-Пау не так уж и далеко. Госпиталь Сан-Пау – шедевр модернистской архитектуры Барселоны, о которой не рассказывает большинство путеводителей. Забота о больных чувствуется сразу же, как только смотришь на главный административный корпус. Даже язык не поворачивается назвать его приемным покоем. Фасад этого здания украшает мозаика, изображающая историю больницы. На территории среди корпусов чувствуешь себя по-домашнему уютно. Чтобы больные выздоравливали, им нужна соответствующая среда, так думал архитектор. Дабы поднять дух пациентов, он проявил большую изобретательность в архитектуре каждого корпуса больницы. Со стороны Сан-Пау, кстати, открывается прекраснейший вид на Саграда Фамилия, мало кто из туристов знает об этом. Пройдитесь по авеню Гауди всего 800 метров от Сан-Пау до собора Святого Семейства и понаблюдайте, как он с каждым шагом словно вырастает над городом, все выше и выше вытягиваясь к небу. А когда вы войдете на Соборную площадь, то застыв в изумлении почувствуете всю грандиозность гения Гауди. Первое восторженное ощущение и мурашки по коже – это и есть язык камня, который заговорил с вашим сердцем. Незабываемо и очень волнующе. Желаю это испытать непременно каждому своему туристу. Одним причудливый силуэт храма напоминает замок из песка, другим – сказочный лес, а третьим – исполинскую гору, в пещерах которой растут колокольни, а гроты-порталы уводят в таинственную глубину. Этому знаменитому долгострою уже 130 лет, и в 26-м году обещают закончить строительство. Оформление храма пронизано символикой. Каждая деталь от основания до шпилен башен имеет определенный смысл. Рассматривать детали можно часами, лучше всего вооружившись биноклем. Вокруг храма всегда стоят толпы туристов, взгляды которых устремлены вверх, а челюсти вниз. Первым и единственным фасадом, работы над которой были закончены еще при жизни Гауди, стал фасад Рождества с башнями-колокольнями веретенообразной формы. Он самый светлый и радостный. Над порталом скульптурной группе изображено само Святое Семейство. С противоположной стороны от фасада Рождества находится фасад Страстей. Его стали возводить только в 1954 году, но по проекту, составленному Гауди. Этот фасад повествует о страданиях Христа, здесь изображена и Тайная Вечеря, и поцелуй Иуды, путь на Голгофу и распятие. А завершается все воскресением Христа, победой жизни над смертью. И наконец третий фасад, фасад славы, работы над ним еще продолжаются. Сюжетом для его оформления станет история человечества в вечном противостоянии грехов и добродетелей. Ночью же, придя к собору, вы не увидите грандиозной подсветки, зато остановившись у зеркальной глади небольшого пруда, полюбуйтесь сразу двумя соборами.
Смотря на собор Гауди, поражаешься, насколько велик может быть человек, творя такие шедевры, и насколько ничтожно жалки современные тираны, обладающие огромными ресурсами, но способные лишь на войны и разрушения. Внутреннее оформление церкви поражает не меньше, чем внешнее. Оно так отличается от интерьеров традиционных храмов. Сюрреалистичность, игра цвета и освещения. Вы будто стоите внутри огромного калейдоскопа или бродите по волшебному лесу. Высокие разветвляющиеся кверху колонны похожи на кроны деревьев, а через расположенные на разной высоте пересечения в помещение мягко проникает свет, создавая ощущение, что сквозь листву светят звезды. Несмотря на современные технологии строительства, храм сооружается даже сейчас довольно медленно, ведь сам Гауди говорил, что его клиент не торопится. Каким будет Саграда Фамилия в финале своего строительства, вы увидите на компьютерной модели в конце этого видео. Посетив однажды прекрасный, неповторимый город Испании Барселону, вы полюбите его и получите незабываемые впечатления, которые будут манить вас обратно снова и снова. Распрощавшись с храмом Святого Семейства, туристы покупают сувениры у уличных барыг, причем как раз у них магниты и кастаньеты по самым бросовым ценам. А мы движемся дальше по авеню Диагональ к дому с шипами. Но тем, кто воспользуется туристическим автобусом, навигатор не понадобится. Построил дом с шипами современник Гауди, архитектор-модернист, по заказу трех сестер, пожелавших объединить три принадлежащих им дома в единую конструкцию на выделенном треугольном участке. Каждой сестре достался отдельный фасад и ограничивающие его две угловые башни. Архитектурный стиль дома с шипами сочетает каталонский модерн с неоготикой. Выходящие на улицу каменные железные балконы украшены филигранными растительными орнаментами. Декор железных балконов заставляет еще раз вспомнить Гауди. В настоящее время посетители дома с шипами могут также осмотреть его оригинальные интерьеры. Отдохнуть от жары можно внутри церкви Девы Марии Карамельской, стоящей напротив. С авеню Диагональ сворачивайте на Пасай де Грасия. Здесь первые этажи заняты бутиками ведущих домов моды мира. Не Шамп-Элизе, как в Париже, но все же ценители оценят. И тут же нам встречается следующий шедевр Гауди – дом Мила. Экстравагантный дом получил название Педрера, что означает каменоломня, за свой неровный и тяжеловесный фасад. Теперь Каса Мила – это общепризнанный шедевр архитектуры, без фото на его фоне не обходится ни один визит в Испанию. И это была последняя светская работа Гауди, дальше он посвятил себя всецело собору Саграда Фамилия. А всего в 200 метрах от Каса Мила находится дом Балья. В Барселоне дом Балья прозвали домом костей из-за его схожести с фигурой гигантского дракона, образ которого Гауди очень любил. Экстерьер напоминает скелет, балконы выглядят как черепа, а колонны – кости. Фасад дома сравнивают с водой, в которую кинули камень. Здесь нет углов, граней и прямых линий. Рядом примыкает дом Амалье. Фасад особняка соединяет в себе готические и мавританские компоненты. В элементах фасада сочетается и голландская, и испанская готика. Нежно-розовый песочный оттенок, которым отделан фасад, указывает на профессию владельца дома. Дом принадлежал семейству кондитера Амалье. В вестибюль дома можно зайти бесплатно, пройти во внутренний дворик, где работает кафе. Отделка вестибюля здания и главной лестницы характерна для каталонского модерна. Тут гармонично сочетаются каменные колонны и массивный деревянный потолок, лампы из кованого железа, настоящее произведение искусства и национальное наследие Каталонии. А стены облицованы ажурными растительными орнаментами. Тут и цветной кафель, и цветные витражи. Идите дальше по Пасай де Грасия и попадаете на одну из центральных площадей Барселоны – площадь Каталонии. Она является местом сосредоточения бурной жизни каталонской столицы. Здесь находится огромный отель сети Iberostar, магазин футбольного клуба Барселона. Сюда прибывает электричка из аэропорта, а также дневные аэробусы едут в аэропорт и отъезжают ночные автобусы также в аэропорт. Площадь Каталонии делит город на две части – новую и старую Барселону. С новой части мы только что сюда пришли, а теперь наша дорога лежит в готический квартал по знаменитой улице Ля Рамблас. Эта улица своего рода променад для местных и гостей города. Знаменитый ее участок – это бульвар Капуцинов, где расположен оперный театр. Ведет улица к старому порту и памятнику Христофору Колумбу. Непременно оттащите здесь чугунный фонтан Каналетес. Именно возле него собираются болельщики футбольного клуба Барселона для празднования триумфа своей команды.
Нагулявшись по Ля Рамбла, сворачивайте в готический квартал. Это самая старая часть Барселоны. Она пользуется у туристов наибольшей популярностью. Здесь идеальная гармония архитектуры, тень и прохлада, загадочная таинственность. Окунитесь в его неповторимую атмосферу. Район является образцом планировки средневековых городов и состоит из множества извилистых улочек, пересекающих друг в друга. Тут за каждым новым поворотом сочетание архитектуры эпохи Римской империи, средневековья и модерна 20 века. Готический квартал завораживает посетителей своим величием и красотой. На улицах старинного готического квартала можно отыскать множество музеев, как ни странно, даже знаменитый музей МОКА современного искусства. Некоторые его залы доступны для осмотра совершенно бесплатно. На улицах латинского квартала радует слух пение уличных музыкантов, некоторые из которых даже продают свои записи на CD-дисках. Ну и, конечно же, не откажите себе в удовольствии оказаться в маленьком гастрономическом раю Каталонии. Зайдите пообедать в кафе или ресторанчик готического квартала. Испанская паэлья, закуски тапасы, суп гаспачо, гуакамоле и вино сангрия обязательны к употреблению в Барселоне. Выбор заведений огромен, как традиционных, так и не очень. Но даже здесь кормят вкусно и уж точно знают, кто в этом мире настоящие пидорасы. Барселона – город-курорт на берегу Средиземного моря. Отдых здесь – это возможность купаться в теплом море и ездить на увлекательные экскурсии. Если выбирать, где поплавать в Барселоне, то лучше всего ехать в пригород – Бадалону. Спросите у испанцев, все посоветуют Бадалону. На центральных же пляжах Барселоны много народу и грязно, даже не пытайтесь туда пойти. Бадалона многими воспринимается как часть Барселоны. Расстояние между мегаполисом и прибрежным городком всего 10 километров, и сюда можно быстро домчаться на метро или электричке займет 15 минут. В Бадалоне также много туристов и инфраструктуры. Здесь приятно отдыхать и прогуливаться вдоль берега знаменитого 6-километрового променада, так загадочно уходящего вдаль. Городок очень часто принимает фестивали различного рода, так что будет не скучно. Здесь есть отели прямо на набережной и сдаются частные апартаменты. Интересными могут быть прогулки не только по набережной, но и по Большой Марине с небольшими яхтами и лодками. Пляж Бадалона – это один из самых популярных пляжей в Каталонии, привлекающий туристов. Имеет длину более 6 километров и ширину до 60 метров. Песчаный пляж очень чистый и ухоженный, оборудован всем необходимым для комфортного отдыха – душевыми, туалетами. Можно арендовать лежаки и зонты. Здесь достаточное количество кафе, где в принципе можно очень вкусно и недорого покушать, плюс с отличным видом. В самом начале пляжа есть негласный участок для загара голышом. На пляже также есть зона для занятия спортом, включая волейбол, футбол, баскетбол. В нескольких минутах ходьбы от пляжа есть супермаркет Меркадона, но будьте внимательны, по воскресеньям он не работает. В маркете отличные цены и широкий ассортимент всего. Килограмм отварных креветок размера XL стоит всего 11 евро, но поторопитесь их купить до вечера, так как после 6 часов уже вряд ли достанется. Зато всегда можно насладиться нарезкой сыров и хамона. Упакованный в вакуумную упаковку хамон – отличный вкусный сувенир из отпуска в Испании, привезенный для родных и друзей. А на десерт непременно попробуйте португальские пирожные слоеного теста с заварным кремом – паштейт. В Марине Бадалоны находится яхт-клуб, в котором туристы, ищущие романтику и желающие испытать новый опыт путешествия, могут арендовать небольшую яхточку, но не для того, чтобы ходить в море, а в качестве места для проживания. Стоимость такого жилья приравнивается к стоимости ночевки в хостеле Барселоны. Довольно демократично, однако в вашем распоряжении будет целый кораблик со всеми удобствами на борту. На открытой террасе на палубе вы сможете завтракать на свежем воздухе, греясь в теплых лучах утреннего солнца, а вечером ужинать и наблюдать, как загораются на набережной огни Бадалоны. Приятное легкое покачивание на волнах убаюкивает, словно младенца в колыбели. И вернувшись на корабль вечером после насыщенного событиями дня в Барселоне, вы моментально сладко засыпаете в своей постели. Уважаемые туристы, во второй части видео о Барселоне я расскажу об альтернативном экскурсионном маршруте для самостоятельного знакомства с городом. Он подойдет для тех, кто предпочитает масштабности пространства шатанию по городским улицам. Ну а сейчас, как я и обещал, вашему вниманию компьютерная модель храма Святого Семейства в его завершенном виде, каким он уже совсем скоро перед нами предстанет, воплотив замысел гениального испанского архитектора Антонио Гауди в жизнь спустя более века. На радость всем нам ныне живущим и кто наследует этот мир после нас.
полностью достроенный собор будет выглядеть еще более невероятнее. Ведь неспроста один из исследователей творчества Антонио Гауди, застыв в изумлении возле храма Саграда Фамилия, произнес: «То ли человек играет в Бога, создавая такие шедевры, то ли Бог играет человеком, рождая в его голове подобные замыслы». Уважаемые туристы, спасибо, что смотрите это видео, но для нас куда ценнее будет ваша подписка. Она не обременит вас нисколько, а развитию канала поможет существенно. Подпишитесь на канал, и вы не пропустите свежие рекомендации для вашего отдыха.